Вот и я, и мы продолжаем. Я замочил этих сучечек, правда, не с первого раза, и не со второго, и не с третьего. Но это все хрень. Ребята, я счастлив. Я их наконец-то натянул, сучки. Горите в аду. Если ад есть, то он для вас. Я так рад, что я их завалил. Итак, запоминайте тактику. Выходите с дверей, даете хэд этому засранцу. Потом возвращайтесь в дверной проем. Дожидайтесь, пока этот сучонок начнет отступать. И даете в башню ему заряд свинца. И он просто как сучечка падает, а с этим, блин, присели и дело техники, высадили полобоймы куда угодно. Если у вас, конечно, руки из правильного места, то вы сразу дадите ему хэд и без балды уйдете домой. Так, теперь самое главное вернуться. Мы за это дело получим баблишко. Но я думаю, если бы мы этим сталкерам и отдали бы, тоже бы получили бабки, но это не важно. Мы ведь не ищем легких путей, правда, ребята? Так, немножко и с них заберу. Заработаю, точнее. Ихние пуколки все равно ж чего-то стоят. Так, давайте посидим. Подождем. В этом обновлении Мисери исправили целую кучу багов. Я когда почитал, я был реально рад, что я их не встретил. Ибо там и сохранение крашится, и в текстуры люди умирают там, и застреют, и вообще беда, печаль. Короче, все прискорбно. Мизери реально покалечил игру. Ибо сталкер у меня жевался как надо на компьютере, а тут, блять, плохо, очень плохо. Он еще умудряется вылетать, этот мод. Надеюсь, у меня получится дописать эту серию. Ну, он уже вылетел у меня раз 10. Хотя не, вру, 4. 4 раза. По каждой попытке убийства этих засранцев. Так, мы почти у Скадовска. Опять придется затариться патронами. Но это не важно. Деньги у меня на них будут. Так. Хорошо, что я взял антирадиационные препараты. Ибо это спасло мне жизнь. Даже, наверное, не один раз спасло. Вот. Ну вот видите, когда знаешь, куда идешь, когда не первый раз уже проходишь сталкер, как-то немножко попроще, даже с таким хардкорным модом, как Мисери. Так, давайте сохранимся, а то ж пиздец будет опять. Я вижу черную дверь. Это херово. Так, еще раз сохраняемся. Ну, здорово. Здорово. Дружище, здесь каждый из нас вот 14 тысяч, спасибо. Спасибо тебе большое, борода. Кстати, не перевели. Ай-яй-яй, нехорошо. Так. Ёб твою мать. Вы что, хотите сказать, что он получше за мой? Блин, какая 74-й. Меня КМ. Ну ладно, блин, оставлю. Так, гранаты держи. Чистка оружия и уход. Ну я не знаю, ну... Сколько стоит-то? 500? Забирай. Нафиг не надо. Так, тоже забирай. Пистолеты.
баблишко. Эти патроны мне не нужны, так же само, как и патроны до дробовика. Руководство механика. Ну ладно, оставлю. Так, знаете, это я тоже оставлю, пожалуй. Блин, а это хорошо увеличивает переносимый вес. А ничего, и то оставим. Так, ну еще вот эти вот патроны. И, пожалуй, ну... И это продадим. Так. 6000. Прекрасно. Так, теперь давайте пойдем починимся. Будет чего интересного, заходи. Обязательно сохранится. Так. Все. Походу с этим заданием закончено. Так, ремонт, модификация. Насколько они поломали мой плащ? Положи на место. Суки, на 1000, ну. А шлем на сколько? И шлем на 800. Вот ублюдки. Ёб твою мать. Нет, ребята, я чинить его не буду. Знаете, я... А ну я в жопу. Блять, пиздец. Такое бабло отваливать. Да вы чё, 35. Надо чинить, пока дешево. Так. И заберем, пожалуй, тогда вот тот автомат, ибо я прочитал, что в обновлении больше не чинят бесплатно оружие в Припяти. Так. И всё, пожалуй, будем уходить отсюда. Точнее, продадим еще вот это. Спатоньки. Немножко обновим аптечку. А в принципе, сегодняшний день можно и заканчивать. Так. Ну, еще на 1000. А вот, точно. Чуть не забыл, патроны. Окей. FMG-39, да? Они? FMG-39, да, они. Мало, правда, 15 всего. Полобоймы. Ну, сойдет. Думаю, сойдет. Так, а сколько стоит нормальный радар? Хотя я пока еще боюсь ходить. Блядь, где тут радары-то? Вот. Сколько стоит? Ё-моё, 4000. Ладно, все потом. Так, теперь давайте еще зайдем к Сычу. Да чё ты тут? Посмотрим, что у него с арсеналом. Это что? Армейский набор батареек. Блять, надо бы взять, конечно. Зарядка 93%, но потом. О, ППШ, ёпта. Изношенный. Я не умею стрелять с него. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блять. Это же он. Это же самое имбовое оружие в этой игре. После винтореза. Класс. 27000. Охуеть, не хватает. Обидно. Так, сколько ты хочешь? 400? Слышишь? Дешево. Давай все. 2000 мне насрать. Ёп. Наконец-то. У меня теперь с патронами проблем не будет. Ну, какое-то время не будет, конечно же. Вот, еще подствольник предлагаешь. Ну нет. Нет, нет. Это слишком мажорно. Прицел. Прицел, да, можно бы взять. Но нет. О, даже глушак есть. ВБС-1. С чем глушак на калаш? Хотя, в принципе, оно, наверное, будет очень коцать урон.
Ну, я не знаю. Ну, давайте возьмем до лучших времен, в принципе, да? И 1700 стоит прицел. Да? ПСУ. Слышишь, а он подойдет ко мне? Давайте-ка почитаем лучше. Стабильная версия прицела больше совершенно кратности. Оружие стран Вашингтонского договора. Прекрасно. Но тут все Вашингтонского договора, я так понял. Немецкое оружие. Нет, блядь, не подходит. Ладно, короче. Куплю пока только глушак. Прицел у него, в принципе, всегда продаются. Давайте-ка посмотрим. Нет, немножечек. О, ебать. Все как надо, короче. Все четко. Так, а сколько стоит прицел прикрутить? Не, ну я буду ходить с этим калашом, я отвечаю. Калаш не... О, пойдет. Я согласен. Пока бабло есть, буду брать. Инструменты нужны. Я знаю, где есть инструменты, но там огромная головная боль с ними будет. Я знаю, где везде есть инструменты, но если я пойду в этом дополнении туда, меня там просто трахнут, выкинут мой труп на помойку, меня там трахнут еще раз. Так. Хорошо. Вот этот прицел. Да, 1700. 1700 прицел и 1700 работы по нему. Прекрасно. Так. Хорошо. Да, блин. Это охеренно. Иди, иди. Нечего тебе тут. Все. Я нашел свое оружие. Это прекрасно. Что ж, всем спасибо, с вами был Марс. Продолжим в следующей серии. Всем пока!